Вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – таїнство, священство. Саме про це ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем – ієреєм Андрієм Чиженко, заступником голови інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії. Отец Андрей, здравствуйте. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Спасибо большое, что, несмотря на всякие там проволочки, вы приехали к нам в студию, чтобы слово молвить спасительное. И сегодня мы продолжаем цикл наших бесед о таинствах, которые существуют в православной церкви. И вот сегодня таинство священства. Дорогие друзья мои, дело в том, что священник – это не просто человек, это тайна. Вот тайна сейчас сидит перед вами в лице отца Андрея. И попробуем, может быть, приоткрыть эту тайну, отец Андрей. Да, конечно. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Рад снова быть здесь на телеканале, как всегда, гостеприимным, как всегда, домашним, так сказать. И хочется в первую очередь поздравить всех нас и в первую очередь игуменю, настоятельницу Свято-Михайловского Пелагеевского монастыря, потому что Новобухского района, потому что сегодня день памяти преподобной Девы Антиохийской Пелагеи. То есть это престольный праздник нашего один из трех престольных праздников нашего Свято-Михайловского женского Пелагеевского монастыря. Много благолета нашему владыке Петериму, высокопреченнейшему митрополиту Николаевского Чайковскому, трудами которого и молитвами созидалась эта обитель, наряду с Константиновским монастырем мужским, Свято-Константино-Еленинским, потому что до прихода в епархию владыки Петерима практически никогда здесь, на этой Николаевской земле, не было монастырей. То есть его молитвами, его трудами, его архипастырским откормлением такие монастыри появились. И вот мы сегодня празднуем один из престольных праздников преподобной Пелагеи, Девы Антиохийской, такой подвижницы, жизнь которой чем-то напоминала преподобную жизнь преподобной Марии Египетской. Она тоже была начальницей танцовщиц в Антиохии, вела блудную, разгульную жизнь, но своевременно покаялась, своевременно пришла в церковь, крестилась, ушла в затвор добровольный, в пещеру, где жила под видом юноши. То есть как бы только когда она уже умерла, открыла, что она дева, то есть она преподобная. Ее мощи благоухали, и вот в честь этой великой святой православной церкви Пелагеевский монастырь, село Пелагеевка получило свое название, да, ну как бы еще в честь Дурилиной жены, ну, скажем, от того, кто там был. И в честь этой великой святой, преподобной Пелагеи Антиохийской, назван престол в трехпрестольном каменном прекрасном соборе архистратига Михаила. Поэтому хочется всех вас, особенно игуменью Серафиму с сестрами, поздравить с днем преподобной Пелагеи и пожелать всем вам, дорогие братья и сестры, обязательно посетить эту святую обитель уединенную, где можно отдохнуть душою, где можно от городской, от земной суеты, где можно отдохнуть телом, исповедоваться, причаститься и паломничать в святое место нашей Николаевской области. И воистину, кроме того, оно находится в парке гранитно-степовое побужье. Живописнейшие, живописнейшие места, и поэтому это очень красивое место. Ну, а мы сегодня приступим тоже к раскрытию таинства священства. Вот, кстати, вы упомянули, что приглашая телезрителей в монастырь женский наш, Пелагеевский, вы говорили о том, что можно поисповедоваться, а, как известно, без священника исповедь невозможно. Невозможно, да. Без священника исповедь невозможно. Фактически, единственное таинство, которое возможно без священника совершить, и то только в экстраординарной форс-мажорной ситуации, мы уже об этом говорили, что крещение, это таинство, да? Крещения, угу. Когда страха ради смертного, или, например, ну, вообще нету священника, допустим, в Сибири было такое, там были учененные дедушки и бабушки, да, люди, которые, допустим, полгода невозможен был доступ священника в какую-то тайгу там или в таежное село, и чтобы полгода не оставался ребеночек без крещения, то крестили дедушки и бабушки, а священник потом
приезжал и докрещивал, то есть было такое. Ну и, конечно, без таинства священства невозможно фактически никакое таинство в церкви. Что такое таинство священства? Да, вот отец Андрей, почему именно таинство священства? Почему священник – это тайна? Почему? Да, то есть мы уже говорили, да? Вот вы вроде обыкновенный человек, но на самом деле необыкновенный, не тайна. Необыкновенный грешный человек, скажем так, но то, что на мне, это печать дара Святого Духа, она необыкновенна. Но, знаете, хорошо сказал протоиерей Андрей, когда-то один батюшка сказал такие слова, что для священника, это он четко, абсолютно четко говорил для священника, чтобы священник не загарживался, то есть не впадал в гордыню. Он говорил, что мы, дорогие братья, не должны забывать, что священник – это не Христос. Священник – это ослик, на котором Христос въезжает в Иерусалим. То есть мы фактически вот есть этими, скажем так, осликами, на которых восседает Христос. То есть мы сами от себя ничего не можем совершать. Если, ну давайте по порядку, да, скажем, вот по православному катехизису таинство священства – это благодать Святого Духа, которую получает мирянин, соответствующий всем каноническим нормам для рукоположения, через законного архиерея, и эта благодать Святого Духа способствует ему, первое, совершать таинство, второе, учительствовать народ, и то, чем мы с вами занимаемся сейчас, да, ну дай Боже, если вы нас примете, братья и сестры, смиренно, и руководствовать, управлять церковью. То есть это для этого дается благодать Святого Духа, и она уже вспомоществует священнику в совершении как бы всех этих вещей, только трех китов священства. Ну вот священников не посвящают, священников рукополагают, отец Андрей. Ну, это одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. То есть мы помните, что мы говорили о таинствах когда-то в начале наших передач, что чем отличается таинство от обряда, угу. Да? То есть погребение, там, освящение, допустим, какой-то вещи. Это все обряды. Это чем? Потому что, благочестивые. Да, таинство – это то, что глубоко в корне, в сердцевине меняет человека. Глубинное изменение человека, он уже качественно иное существо, понимаете? Это ветхий человек, в таинстве крещения становится новым, обновленным евангельской истиной и благодатью Духа и всей Святой Троицы, и человек новый, как бы привитый к лозе Христовой. Да, в таинстве венчания, вот уже отец Геннадий Дьяков рассказывал, что это два человека сочетаются в одну плоть. То есть духовно муж и жена – это одно существо. Точно так же в таинстве священства этот человек, он уже становится посвященный Богу, он становится добровольной жертвой Богу. То есть в этом суть как бы таинства священства, понимаете, он уже себе не принадлежит. То есть человек приносит себя, становясь, да. решаясь встать на этот путь, это фактически, он да. приносит себя в жертву Богу. Да, приносит себя в жертву Богу. Вот, допустим, ну вот из моих чисто священнических наблюдений, пожалуй, вот таинство от священника можно сравнить с врачом скорой помощи. Вот. Ты не принадлежишь себе. Вот, допустим, факт, приезжаешь, там, 10 часов вечера, усталый, домой, на машине, думаю, сейчас переоденусь, там, покушаю, лягу спать, отдохну, там, молитву вечернюю почитаю, звонок, батюшка умирает, бабушка, срочно выезжайте, исповедь, причастие, нужно причастить умирающую, страха ради смерти. Ты бросаешь все, устало, не устало, прыгаешь в машину, летишь на скорости 120 км в час, чтобы успеть взять причастие, успеть к умирающей причастить. Понимаете, таких случаев очень много. То есть священник – это человек, который уже не принадлежит себе. Это уже тот человек, на котором восседает Христос, и который уже должен совершать вот эти все три функции священника без оглядки. Без щажания себя, без какой-то лености, без какого-то конформизма, приспособления материальных интересов, он должен уже совершать, то есть учительство, проповедь, там, выступление на телевидении, а какой-то воскресной школы, то есть совершение таинств и обрядов, то есть богослужебное как бы это дело, и дар управления церковью. Ну, дар управления церковью, он фактически принадлежит в меньшей мере священнику, иерею, в большей мере уже епископу, скажем так. Но вот эти три вещи священник должен совершать. И когда, знаете, мне когда-то рассказали, вот тоже хорошо характеризует священника, когда-то в Кривом Роге задают батюшке вопрос: «Батюшка, а как же вы будете праздновать
крещение Господне, ну, имеется в виду водохреща, да, на украинской мове. То есть он говорит, ну что, говорит, сначала мы ослужим литургию, говорит, потом мы будем освятить воду, потом мы будем еще раз святить воду, потом мы будем еще раз святить воду, а потом мы упадем, говорит, и будем святить воду лежа. Понимаете, вот это хорошо рассказать. То есть понятно, что батюшка пошутил, да? Но в этой шутке есть доля правды. То есть конечно, ты не спревозмогай усталость, независимо от каких-то моментов, ты должен совершать вот это богослужебное действие, не сообразуясь со своим здоровьем, со своими какими-то личными качествами. Понимаете, поэтому это священство – это очень тяжелый крест. Кажется, людям это вбилось в голову советской пропагандой, что или там сейчас часто западные фильмы тоже, вот этот антиклерикализм у них проявляется, что опять они показывают, что священник – это хитрый какой-то такой, скажем, авантюрист, который пытается нажиться на горе человеческом и денег как бы там скопить и набрать. Говорите мне, священник денег много не заработает, но… И тем более, как бы за каждую душу надо давать очень серьезный ответ перед Богом. Поэтому, дорогие братья и сестры, это очень тяжелый труд. Это не просто слово сказать, ты попробуй его скажи. Сколько искушений, сколько вопросов. Потому что молитва меняет мир. Да? Вначале без слова, и слово без Бог. То есть, как бы вначале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. С большой буквы про Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, сказано в Евангелии от Иоанна. То есть, с молитвы все начинается. А молитву начинает священник. И недаром священник, он называется предстоятелем. То есть он ходатай и предстоятель перед Богом за народ. Его народ выдвигает из среды своей, чтобы он уже вымаливал у Бога благодать Божью для народа. И поэтому, конечно, ревностный пастырь, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, священник очень легко спастись. Священнику. Очень легко спастись. Это, конечно, очень удобный путь в рай. Но если священник будет жить ради людей, если он будет ревностно служить Богу и людям, будет вот как он сам, как правильно Кронштадтский делал. Да. То есть, если он это будет делать, то как бы ему, конечно, легко спастись. Если он будет жить нерадиво, теплохладно, там как-то это, то, конечно, он, это будет тяжкий грех. Это дар священства, он будет ему только в осуждении. То есть Господь за каждую душу спросит у священника, кого он оттолкнул, кого он привел, как бы кого это, понимаете, вот, ну. И вот символ того, что мы в начале нашей передачи вот мы говорили о том, что не принадлежит себе священник, да, вот, допустим, вы видели, да, епитрахиль, детали священнического облачения, что это? Это символ благодати Божьей, но это и символ ярма, как вол ярму надевает на шею. Точно так же священник надевает эту епитрахиль. Епитрахиль и поручи. Да, это символ креста. То есть он уже на нем, уже он несет, должен нести народ в Царствие Небесное. То есть он несет этот народ. Особенно четко это видно в архиерее, где у него епитрахиль, и полагается еще как бы вторая епитрахиль, только архиерейский амафор. Вот амафор, он символизирует собой овцу, которую пастырь Христос несет на своих плечах в Царствие Небесное, то есть человечество. Вот уже архиерей несет в виде амафора всю веренную ему епархию, всех людей, всех православных христиан несет как бы на себе. Понимаете, то есть... Представить такое... это невозможно, если честно, отец Андрей. Да, да, и в то же время, допустим, поручи. Что такое поручи? Когда священник надевает поручи, это уже символ того, что он уже не сам от себя совершает таинство. Он, не он служит. То есть, как бы, эти поручи – символ того, что уже руками его руководит Бог. Понимаете? Точно так же, как, например, подризник – символ чистоты, например. А филоне, вот риза, да, вот эта большая риза, которая одевается, вы видели золотые там ризы, часто других цветов, филонь, то есть по-гречески, это символ того, что как бы священник, она же очень неудобная. Ну, если вот одеть ее, мне приходилось где-то месяц-два привыкать к ней. Ну, неудобно. Она связывает плечи, связывает как-то тело твое, и в ней это специально такие... такие функции есть. То есть это символ и благодати Божьей, с одной стороны, но с другой стороны, это и символ страстей Христовых, символ уз Христовых, этих погребальных пелен и багряница, которой обвита был Христос в своих страстях, понимаете? То есть... Отец Андрей, вот смотрите, сейчас мир стремится к
упрощению всего. А вы сейчас так подробно говорите об облачении священника неспроста, чтобы показать значимость священства. Но православная церковь, наверное, это единственная церковь, единственный, ну, как скажем так, мир, в котором все сохраняется со времен Христа. Да. И никакому упрощению здесь, ни о каком упрощении не может быть и речи. Но ведь могут возникать вопросы, вот вы говорите, Филонина крайне неудобно, обязательно одеть поручи, обязательно одеть епитрахиль. Это все как бы забирает время, а его не хватает. Вы не сталкивались с таким, что давай быстрее, быстрее, не одевай ничего, быстро служи? Нет, это невозможно. Это невозможно. Нет, это по законам церкви. Ну вот хорошо, мы натолкнулись на самый главный вопрос, который касается священства. Да? То есть в чем суть? Суть, вот, ну, допустим, вот физически, чтобы вы поняли, допустим, да, электроток течет по цепи, ну, в физике, да, течет по цепи, там, по проводам, как бы, это, если разомкнуть провода, ток течь не будет, да, скажем так. Точно так же и в священстве, то есть благодать Святого Духа, она как бы тоже течет по проводам. Главный генератор здесь какой? Главный генератор – это, конечно, Господь наш Иисус Христос. То есть Он рукоположил, ну, у него было не рукоположение, а дуновение Святого Духа и призвание святых апостолов, как бы он призвал первых святых апостолов. Апостолы – это высшая иерархическая как бы составляющая церкви. Иерархия – это священный порядок в церкви, да, скажем так. То есть апостол – это высшая иерархическая единица в церкви, но апостола уже нет. Ну, то есть они были в первом веке. То есть он призвал апостолов. Апостолам он дал благодать Святого Духа, далее передавать эту благодать Божью для священства дальше. И священники, это зафиксировано в Деяниях святых апостолов, рукоположили первых епископов, рукоположили первых диаконов, и при свете священников рукоположили первых диаконов. То есть вот этим рукоположением само таинство священства, это таинство священства, оно называется хиротонией. То есть хиротонос, возлагаю руки. Ну, возлагаю руки. И вот хиротония, через это возложение рук, рука как бы передается таинство священства. Но оно передается, если как бы от Христа, понимаете, источник этому Христос. Далее апостолы, далее первые как бы епископы, первые священники, и она уже передается вот неразрывно оттуда. Ну, она передается все время, течет как речечка, как ток в электропроводах. Нельзя рукоположиться самочинно. Вот я только хотела спросить, да. Что бывают ведь случаи, когда кто-то кому-то взбредает в голову, что а почему бы мне не стать, да, священником? И он надевает рясу, крест и провозглашает, да, себя таким, это, батюшкой, конечно, еще большой, и старцем. Большой грех, кощунственный грех. Кощунство, потому что, да? Понимаете, ну, здесь очень важно, чтобы человек находился, как сказано в символе веры, да, верою во единую святую, соборную апостольскую церковь. То есть имеется в виду, что церковь едина, как един Христос. Если человек находится внутри этой церкви, ну, то он как бы примыкает к этому священству, и Господь его приводит к священству. Он является законным священником, через его руки уже идет этот ток благодати Христовой. Он идет через него. Если человек, ну, по каким-то причинам просто шил себе подрясник, да, как в центральном рынке там было, когда идет там какой-то там авантюрист, да, скажем, отрастил бороду, шил себе подрясник и ходит, кропит направо-налево, там, собирает по 20, по 50 гривен, там, это, ну, священники так говорили, то понятно, что это как бы авантюризм, то есть это неправильно. И нужно понимать, что только, ну, в православной церкви есть вот этот ток благодати Божьей, которая незримо совершает таинство, незримо изменяет человека и ведет его в Царствие Небесное. Человек самочинно не может стать священником, его может только призвать Господь. И если мы углубимся, вот, и этот ток как бы благодати Божьей, он идет непосредственно от самого Спасителя, от самого Христа. И он очень много, очень сильно предупреждал. То есть будут, говорит, волки в овечьей шкуре, которые назовутся именем моим, которые там будут там стараться там, и так дальше, отлучить стадо Христово. И, конечно, явилось очень множество в истории ереси и расколов, которые, то есть ереси и раскол. Раскол – это дисциплинарное
откалывание как бы от церкви, то есть дисциплинарное, то есть люди самочинно не признали иерархию или как бы что-то им не понравилось в церкви, они откололись. А ересь отличается от раскола тем, что ересь – это уже учение, противное догматам церковным. Да? Ну, например, самые такие яркие ереси были христологические, то есть Христос не Бог. И вокруг этого было очень много разных ересей, от донатистов, да, кого ты хочешь, там были и монофизиты, и ариане, и несториане. То есть, как бы, и вот уже там разомкнута эта благодать Божья, она уже не течет. И мы должны понимать, что и в чем суть. Вот понимаете, суть всегда в одном грехе. Всегда. Гордыня. 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 Сатанинский грех. Да почему сатана отпал от Бога? Ибо захотел быть как Бог. Гордыня. Отпал от Бога. Вышел как бы из церкви, которую создал Бог, мира, да, то есть он ушел в ад. То есть первые люди, да, святые праотцы Адам и Ева, почему они отпали? Вспомню, как они, единственную заповедь, которую Господь им дал, не вкушать от дерева познания добра и зла. Что они сделали? Они вкусили, но как вкусили? Сатана их искусил, и что им сказал? Нет, Бог не, вы не умрете, Бог был неправ, да, там прямо к ней бытие сказано. Если вы вкусите от этого плода, то вы будете как боги. И Ева искусилась. То есть вот она клюнула на эту гордыню, я буду как Бог, ну вот как это, понимаете, ну, то есть и вот этот момент, момент как бы послушания церкви, момент послушания Богу, он и важен. Человек, если он обуяет гордыню, если он выйдет за пределы догматов церковных, законом поживет, в котором живет церковь, или выйдет за пределы канонических правил церкви, он уже отпадает от церкви. То есть на нем нет этой благодати. Даже если священник, были такие случаи, выходит за пределы церковные, ну, самочинно покидает. Как или, бы, например, церковь. Выходит из повиновения правящего архиерея. Да, 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 ну да, запреты там разные, угу. Церковные прещения, то у него, его уже благодать покидает. Он уже не может совершать крещение там и так дальше. Ну, вплоть до того, как вот вам пример, я вам наведу, такой очень яркий, очень простой, да, значит, понятный человеку. У нас время еще есть, да, немножко? Да, у нас есть еще чуть-чуть. Да-да, хорошо. Значит, например, вот у меня был священник, один мне рассказывал, что, ну, вы знаете, что священником водительствует ангел, бабкой, там, ведьмами, всякими колдунами водительствует бес. Он может давать дар прорицательства, дар там исцеления, но за это исцеление он возьмет душу человеческую, понимаете? И вот приезжают к батюшке люди и говорят ему: батюшка, мы как бы покрестите нам ребенка, только он уже крещен. Батюшка, конечно, в шоке, спрашивает, как так, что, как случилось. Они говорят, что мы были у бабки, мы крестили ребенка. Я не буду говорить, где организацию, не буду называть в секте, скажем так. Мы его крестили, а ее привезли к ней, а она сказала, ну там младенчики, ну как обычные эти все там эти. А бабка нам сказала, что он не крещен. То есть, видите, и говорит, едьте в такую-то церковь, назвала храм, назвала священника и сказала, там вы его покрестите. То есть тот священник, который покрестил, он на самом деле не являлся, от него отошла благодать. Конечно, отошла благодать, то есть и бес это почувствовал. Почему бабка не принимает некрещенного человека? Потому что главная задача беса, который водительствует бабкой, ведьмой, надругаться над таинством божественным, крещение, например, надругаться над ним. И она чувствует, бес чувствует, что этот человек некрещен. То есть, понимаете, благодать Святого Духа, она выше философских сентенций, она выше политических разделений, она выше понимания человеческого. То есть, она либо течет, либо не течет. Господь вот в церкви, он прорыл эти канальчики течения благодати Святого Духа. И он сказал, что если мы будем идти по этим канальчикам, если мы будем двигаться по ним, то у нас будет пребывать благодать Святого Духа, будет пребывать милость Божья. Если мы не будем по ним двигаться, если мы захотим рыть свои канальчики, да, то как бы, ну, Бог тогда отойдет. Ну, пожалуйста, но Бог тогда отойдет. То есть вы не можете назваться крещенными там, или так дальше, понимаете? То есть это все очень тонкие вопросы. Здесь вопрос доверия Богу. Вопрос очень сильный. Тем более, что, например, вот мы уже, скажем так, вопрос о Святой Троице. Да? Почему Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой? Почему так? Мы же не знаем, почему. И никто не знает. И никто не знает, почему. Почему они Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой? Потому что эта тайна сия велика есть. Это непостижимо человеческому уму. И здесь мы точно так же, дорогие братья и сестры, должны довериться этой
трехсоставной иерархии священнической, диаконства, священства, епископства, что оно действительно так, действительно через законных, рукоположенных священников идет этот ток, эта благодать Святого Духа. Если мы будем, говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, будем же мы радоваться и быть счастливы, что мы находимся в единой Святой Соборной Апостольской Православной Церкви и можем спасаться в Духе Святом. И будем, дорогие братья и сестры, оставаться в Духе Святом, и пусть благодать Божия, тогда благодать Божия будет пребывать на нас. Спасибо, Господи. Отец Андрей, ну, будьте добры, а как же отличить настоящего священника от псевдосвященника? Два слова. Единственная каноническая церковь на территории Украины – это Украинская Православная Церковь, название Украинская Православная Церковь. Единственная каноническая церковь на территории Украины. Ее представитель – блаженнейший митрополит Ануфрий. То есть это единственная церковь, которую признают все православные церкви мира. Я приезжаю в Грецию, я могу служить в Греции. Я приезжаю в Иерусалим на гроб Господень, я могу в Иерусалим на гроб служить там службу, понимаете? Иначе, то есть как бы мы должны все находиться в единой церкви, тогда мы спасемся. Да, если в единстве и во главе со священниками, то даст Бог как-то и спасемся. Да, вот священник, последнее скажу, что священник, он власть дает, и дается ему не для того, чтобы он властвовал, но для того, чтобы служить людям. Это служебное благодать Твоего Духа. Поэтому наше дело, мы спасаемся вами, а вы спасаетесь нами, и вместе мы идем в Царство Небесное. Главное, что вместе. Спасибо, отец Андрей. Видите, время мы не успели все рассмотреть, но ничего, есть повод снова встретиться. Друзья мои, у нас сегодня был в гостях иерей Андрей Чиженко, и мы говорили о таинстве священства. Я надеюсь, что вы поняли сердцем, насколько это большая тайна. Тайна сия велика есть. И что бы ни было, если даже мы в отчаянных обстоятельствах, не будем отчаиваться, а если мы гонимы, то мы должны твердо знать, что мы обязательно будем поддержаны нашими православными священниками, ибо с нами Бог. Кого боимся? Це була розмова на тему. На все добре.